Конь поедет, нет? Ой, я могу путь. Никто не хочет. Да. А, ребят, все, иди, блин, на них, где там? На катере плавать? Да, на катере. Не, на катере лучше в конце, потом. У меня герметизация нарушена после замены серы. Хочешь без лебедки? По-моему, у них постоянно. Ага, отлично. Я снова не знаю, как получится. Не знаю, тебе ворот, что ли? Я говорю, у меня герметизация нарушена после занятия. Сервы. Поэтому не хочет купаться. Не забей. Вообще, прям почти. Такого нам тоже так не будет. Это ты можешь сейчас уже что-нибудь там придумывать. Я тебе говорю. Да я не знаю ничего, я ничего, я тоже был. Я тоже был буквы. Лебедку Антоха сразу. Вообще даже не водись. Сейчас и Бронко тогда гонит. Да, Бронко тоже там хорошо. На два фронта. Да. Блин, ну после меня пиздец сейчас. Ну тут видишь, блин. Слушай, да, здесь сейчас все просто. Здесь Бронко вообще. Шоссе, блин, ну если даже Дэв проехал, нет, вообще в углу. Где-то шоссе, а где-то наоборот на рыбе. Зато вот под всеми корнями уже все на кофе. Ну там долго еще, нет там. Рукой, рукой, помоги, конечно. Сплошные лебедки. Лук. Вот это плохо. О, там, наверное, уже не это. Давай. А ты что там делаешь? Я сужу. Там уже можно сатовать мои наушники? Да, наушники. Я группа вот стою, а насчет сатовать планирую. Стой! Дима! Блин! Ну, нормально. Вот уже у всех стратегия появилась, как здесь заезжать. Зачем? Да зачем? Блин, да тут запаска и сандрак, и все. Не, не здесь запаска. Сандрак с другой стороны, надо просто подплывать, и все. Ладно, уже размотался. Лебедки. Вот, видишь, что? Да, нормально, зашел почти. Стоп, стоп.
Ну уж что-то дотяни вот сюда. Да, и въехал в эту ленту просто прямой. У него и там была такая же ошибка, что... Иди сюда, лебедку, клади сюда запаску сразу. Великобритания или... А у них запаски есть ли, да? А у них есть, и у них можно. Миш, давай лебедку сразу доставай. Нет, он доедет. Да и он сейчас... Вот, доедет. Заехал. Да, это я лошара. Не, у него ты. Не надо, зачем? Да, ты хватало, езжай прямо, тебе нужно считать колесо, чтобы так же проехало. Вот, теперь выворачивай руль. Четвертый. Тихонечко. Возьми у вас обратно, поткни и все. Чтоб модель не свалилась. Ты в любом случае про. Не-не-не, ты не понял. Прям вот так. Вот так. Все. Тоже движуха идет с центраками. А джип у нас чей? В смысле? Ты уже застрял, уже на препятствии остановился. Давай, лебедку. А перекос? Ну, здесь пока... Дядь Миш. Улыбочка. Конкретно. Где ты еще найдешь? Да. Когда ты прям в работе. Только стайка в сантраке не забудь. Да, 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 да. Две школы борются. Америка и Великобритания. Да. Великобритания вырвалась вперед. А, надолго ли это? Идет противостояние двух легенд. А где он вообще? Да, колесо. Давай, газу. А, он не накинул, что ли, ходил? Что-то погодка не так. Да, это да. Как бы нам не пришлось сейчас если скользить. Если будет дождь, я этого как Калужского... Буду наказывать. Чего? Ну он ехал, говорит, я час или два он ехал, да? Под дождем. Я буду, не дай бог, к нам приведет. Да нет, не очень должен. Нормально, мы все, я думаю, успеем. А нам там дальше? Конечно, в принципе, будет. Там, блин. Там самое интересное. Ух-их. Их-их. А здесь 2-2 диски. А все, разбежали? Роман. Ну да. Здравствуй, говно. Не, ну хорошо. Одни саморезы. Саморезы и препятствия, главное. Препятствий много. Ну а что, как в общем-то проехали? Сложно? Потом покажешь, как ты проехал с одним колесом на центральном. Не, я там в одном месте на лебедке пирался. В одном? В одном, да. Со всеми шагами. А? Надо было сыро. Но в грунтовом есть свои плюсы, есть свои минусы. Да, вот. Ну вот, мы же видос выкладываем, там видно, что я налетел. Я это снял. У вас там пробка намечается, Антон. А что там народ застрял? Там, вон, народ застрял, не вышел. А, ну там их всегда там засады. Да здесь не надо лебедку. Здесь вообще все без лебедки приезжается. Здесь просто надо правильно на камень заехать, все. И неправильно просто. Было по-другому заезжать и все. Ты просто видишь, ты застрял прям на подрамнике, в коробке. Сейчас, а вот если ты бы вот так, ты бы без проблем проехал. Просто нужно немножко назад еще, да, и все. Да, касание много. Да, я здесь вертанулся, помню.
Игорь! Ну да суди, я тебе говорю, что тут не ехать. Да, куда, да. Дальше, а потом куда поедешь? Шеф! Он пока тут не ехал, а потом не едет. Да, правильно? Что вы едете, правильно? Что? Да лебедка, лебедка. Не мучайся даже. Быстрее бы просто 50 очков и все. А, на мосту самое. Парни, на мосту же саморезы. Здесь тоже вот? Да, здесь же на мосту саморезы. Да, его раскатали уже прям. А мы там мам накопали. Читер, ты что место занимаешь? Давай! В смысле, здесь подняться надо? Подняться, а лицо. Да здесь модель так заезжать должна, вообще без проблем. Пока никто не отъедет. Здесь просто надо внимательно правильно с траекторию выбрать такое. А ее сносят, сносили, курсовать ее сразу сносят. Всех колеса выпили. Зачем курсовать? Какая-то жесть среди них. Да, у меня тоже здесь руки были. Лебедка, лебедка укоротилась. Как? Он стал вот такой вот. Намотался. Че, Антох, ты меня догнал, да? А я вот здесь по этой. Да. По времени он только прет. Я приехал, меня там запахали сразу. А, не, ну тут все. Да, да. Ничего. Не, ну сам такой хуй соображает. Ну, по двое. Нет, Лен, мы отсюда не берем. Намадывай ее и не будет. 16, это прям серо. Издыхает. Да ты проще. Ну, не, ну смотри, сам руками можно. Ну, я сейчас сделал руки. Потом я вот сверху, а потом. Ну прям в самом-самом конце. Блин, пойду посмотрю, кто там едет, а то я сейчас попробую. Трос летел с бобины на качалочную. Табак! Дело есть? Заявка есть? Тихо. Ну заехал, все. Скидочку тебе делаю. За Defender. За Defender. Thank you.